предлагаем проект развития портала 4portfolio.ru в качестве сервиса для интеграции образования и рынка труда. Наша команда включает опытных менеджеров, специалистов в области теории, методики и практики информатизации образования, IT-специалистов, программистов, администраторов порталов, а также маркетологов. Суть проекта заключается в том, что на одной платформе собраны представители системы образования и работодатели. На портале регистрируются студенты для того, чтобы представить свои успехи и достижения во всех возможных форматах. Преподаватели, которые подтверждают эти успехи своими отзывами и рецензиями. Вузы, которые получают это готовое решение в течение одного дня, а также получают методическую и техническую поддержку. Работодатели выбирают подходящие кандидатуры среди представленных на портале с помощью достижений hard skills, профессиональных достижений, а также наглядно представленных результатов диагностики soft skills, что экономит время и деньги на релевантный поиск новых сотрудников. Интеграция образования и рынка труда заключается в том, что на этой платформе размещаются не только те, кто представляет свое резюме, свое портфолио, но и работодатели, которые могут найти своих сотрудников, а также образовательные организации, которые получают напрямую информацию о работодателях, не только управляют ведением портфолио обучающихся, но получают информацию о востребованности и трудоустройстве студентов и выпускников, что позволяет корректировать учебные планы программы и ориентироваться на потребности рынка труда. Веб-портфолио представляет собой страницы, на которых размещается любая информация. Те, кто хочет найти работу, заполняют специальные анкеты, на которых есть ссылки на портфолио, а также наглядно представленная инфографика с диагностикой soft skills. В настоящее время к порталу подключено более 200 вузов и более 130 тысяч пользователей, которые ведут портфолио. Мы прошли обучение во ФРИ, Сколково, на острове, принимали неоднократное участие в Московском международном салоне образования, получили грант Российского гуманитарного научного фонда, имеем десятки публикаций по тематике. Каких результатов нам хотелось бы достичь? Прежде всего, хотелось бы расширить подключение к порталу российских вузов и СПО. Подключить к порталу не менее 60% студентов вузов и средних профессиональных образовательных организаций, а также выйти на рынок зарубежных стран. У нас есть полностью ресурсы для реализации проекта, кадровые, технико-технологические, информационные. Чего нам не хватает? Скорее всего, специалистов по продвижению. Нам, конечно, нужна поддержка информационная и помощь в масштабировании проекта. Благодарю за внимание.